Давай скрутим сигару. Листья берутся из разных частей табачного куста. Верхние для вкуса, средние для объема, нижние, чтобы сигара тлела. Куда какой ложить, это секрет фирмы. Сигары из цельных листьев имеют более сложный и богатый вкус ароматов и масел. Считаются более высокого качества, имея премиальный статус. Обертку аккуратно скручивают вручную. Края закрывают с помощью клея, который сделан из сахарного тростника и меда. Поэтому все сигары, сделанные вручную, сладкие на вкус. А также, если сигара закрыта с одной или обеих сторон, значит изготовлена вручную. На производстве сигары открыты с обеих сторон. После сигары отправляются на созревание в комнаты, чтобы табак мог развить более сложный аромат. Это сигары высшего качества, высшей ценовой категории. Мы взяли от 4,5 до 7 месяцев. Сигары тоже отличаются по крепости. Самая легкая — это с белой короной, потом идет на втором месте черная и красная. Это самый тяжелый табак. Точно так же они отличаются и по цвету. Сигары никогда не тушатся. Это жесточайшее оскорбление всех, кто вокруг вас курит сигары. В фильмах про мафию, когда они там ссорятся, вот так с пепельной сигарой раздавленной, вот этим жестом он послал всех настолько далеко, что мафия за это убивает. Сигара просто ложится в пепельницу, она сама по себе потухнет. Если ее не курить, она не будет тлеть, как сигарета. Сигара, которая курится... Размер сигары непосредственно связан со временем, которое требуется для ее полного курения. Сигары из мелких частей табака по более низкой цене, но вкус менее сложный. Exactamente. Muy bien. You're holding professional. Сигарилы – это маленькие и более доступные варианты сигар, которые позволяют насладиться ароматом и вкусом табака в течение короткого времени. Теперь о сигарах ты знаешь все.